«Слово о русском сердце» – так называется фестиваль, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений России и Китая. Мероприятие – части программы «Перекрестных годов культуры двух стран». До 15 июня в Пекинском выставочном центре проходят гала-концерты, модные показы, мастер-классы, представления народных обрядов и обычаев, а также иммерсивные спектакли из более чем 20 российских регионов. Организаторами фестиваля выступили Россотрудничество, Центр креативных индустрий «Новый город», Российский культурный центр и Пекинский выставочный центр. Жители и гостей китайской столицы ждет уникальное путешествие по России, во время которого они смогут познакомиться с культурой и традициями соседней страны. В рамках фестиваля также запланирована насыщенная деловая программа, в частности, презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области. Сегодня мы привезли 10 проектов в разном степени направления: и сельское хозяйство, и промышленность, и туризм, и образование. Предварительная сумма составляет более 50 миллиардов рублей. Мы за развитие, сотрудничество и как соседи всегда желаем друг другу добра, благополучия и успехов. На выставке мы представляем лаковую миниатюру, вышивку художественную. Вообще поселок наш небольшой, маленький, славится иконописью, лаковой миниатюрой, художественной вышивкой. Также мы приехали представлять здесь мастер-класс по росписи брошки. Пользуются спросом, очень нравится жителям. Мы рады представить себя. Мы очень рады побывать на таком мероприятии. Здесь мы попробовали разукрасить матрешки. Еще своими руками сделали чучело и цветы в национальных русских техниках. Я надеюсь, что дружба между нашими странами продлится долго.